Очередной рейд патрульной полиции рядом с привозом. На Екатерининской стихийные торговцы и автомобилисты, которые паркуются в неположенном месте, затрудняют движение транспорта. Проблема здесь одна – это плохая проезжаемость улицы Екатерининской в районе Новощипного ряда. Это проблема для транспорта, потока всего транспорта, маршрутного транспорта и, конечно, для пешеходов. Это нарушение правил, это нарушение правил безопасности как движения транспорта, так и, конечно, пешехода. По приезду патрульных продавцы в спешке начали убирать свой товар. Патрульные ограничивались преимущественно предупреждениями, но нашлись и особо ярые нарушители. Девушка-продавец попала в отделение полиции за нецензурную брань в общественном месте. Я вас предупреждал, не выражаться в общественном месте. Обычно слова составляют, но не руками. Бери руки. Ну так, если вы при камере, извините. Подобные рейды правоохранители планируют проводить регулярно, так как проблема стихийной торговли на этом участке актуальна не первый год.